Он хотел бы жить в 18 веке, посещать балы и сражаться на дуэлях. Должен войти в образ. Но родился в 20-м, служил в КГБ и баллотировался в Госдуму. Выходит утром на балкон король оранжевый. Единственный рокер, который закончил литературный институт. Может быть, я и не запил бы никогда. Вадим Степанцов и Пахыт Компот. Музыкальное шоу «Соль» в воскресенье в полночь на РЕН-ТВ.